Апостол Варнава был родом с острова Кипр. Обучался разным наукам в Иерусалиме, где познакомился и подружился с Савлом, будущим апостолом Павлом. В отличие от Савла, Варнава был благочестив, часто ходил в храм, соблюдал посты и ограждал себя от всяких соблазнов. И когда воочию он увидел Господа, услышал его божественные слова, то сразу уверовал в него как в Мессию и, возлюбив всем сердцем, последовал за Спасителем. Иисус Христос избрал его в числе 70 учеников. А когда и Савл наконец уверовал в Господа и превратился из гонителя христиан в верующего всей душой в Спасителя, его не принимали к себе ученики Христовы. Тогда Варнава привел Павла к апостолам и поведал им о явлении к нему Господа по пути в Дамаск. Потом они долго вместе с Павлом проповедовали в разных землях – Антиохии, Селевкии, Кипре, Пергии Памфилийской и многих-многих других, везде обращая язычников ко Христовой вере и Словом Божьим и чудесами. Апостол Варнава был первым, кто ушел в далекую Италию и в Риме благовествовал о Иисусе Христе, Спасителе мира. В Медиолане он основал епископский престол. Вернувшись на родной Кипр, святой апостол продолжил проповедь и самоотверженно утверждал уверовавших. Этим он возбудил против себя иудеев, и они вместе с язычниками побили святого Варнаву камнями до смерти. Так мученически на 76-м году жизни окончил свое служение земное апостол Варнава. Почти через 400 лет нетленное тело его было чудесно обретено, и с тех пор Кипрская церковь стала именоваться апостольской. «24 июня. День памяти святого апостола от 70 Варнавы».